Помните, весной депутаты давали второй шанс кабинету министров и даже обозначили срок – полгода на решение насущных проблем. Однако, судя по кадровым изменениям в начале нового политического сезона, не все чиновники оправдали кредит доверия. От нового состава правительства ждут конкретных действий. Спикер Сената парламента уверен, что этот Кабмин сможет решить те задачи по экономической реформе, которые поставлены главой государства в послании. Среди назначенцев есть и такие, кто министром никогда не был, зато имеет большой управленческий опыт в регионе. И он пригодится, считает Мавлен Ашимбаев. Этот состав, на мой взгляд, он является сильным. И вы видите, что и новые люди пришли в правительство. Выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях, в предыдущий период своей работы. Также мы видим, что ряд руководителей пришли из регионов. Это в целом очень важная тенденция. Депутаты Сената готовы к совместной активной работе с министрами, продолжат разрабатывать и свои инициативные законопроекты. А бывшим главам республиканских ведомств Мавлен Ашимбаев посоветовал и дальше служить Родине, например, в неправительственном секторе.